Всем привет! В начале июля к нам обращался наш постоянный клиент из города Сыктывкар. В очередной раз он заказал полиуретановую эмаль для покраски автомобиля Volkswagen Transporter. На днях клиент прислал фото и видеоотчет после покраски. Смотрите. Покраска выполнялась электрокраскопультом без добавления разбавителя, из-за чего получилась мелкая шагрень. Для покраски автомобиля клиенту потребовалось 3 литра полиуретановой эмали, цвет по каталогу RAL 3001. Всем привет! В очередной раз заказал краски у Олега. Благодарен ему. Краски мне нравятся. Вот. Свой автомобильчик покрасил в цвет по каталогу RAL 3001. Вообще прекрасно легло. Красил электрокраскопультом. Есть нюансы. Спрашивайте у Олега, как красить. Ну, очень легко покрасил. Готовил в полевых условиях, поэтому, конечно, нюансы есть по подготовке, но краска отлично держится. Уже проверено мной на лодке. Ссылку на видеоотзыв о покраске лодки Неман 2 нашей полиуретановой эмалью я оставлю в описании. Рекомендую. Результат вы видите. Машина самая яркая, наверное, во дворе. Так что рекомендую. Если вы также хотите покрасить свой автомобиль, обращайтесь. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, заходите в мой Telegram-канал, там как всегда больше информации.